замечательный раздел в Шримад-Бхагаватам, когда гопи описывают, насколько другие живые существа имеют такую большую любовь к Кришне, все, кроме нас. So the actual nature of pure love of Krishna is that we think I don't have any love of Krishna. И истинная природа чистой любви к Кришне состоит в том, что человек думает, что у меня нет даже капли любви к Кришне. It's everyone else who loves Krishna. И эта любовь есть у всех других. I'm the most unfortunate. I have no love for Krishna. Но я самый неудачливый, у меня нет любви к Кришне. So this is the mood of the gopis and their love for Krishna. И таково было настроение гопи, их любви к Кришне. So we're going to hear about this in this coming chapter, chapter 19. We will hear about pure love of God. И в этой 19 главе мы будем читать о чистой любви к Богу. And we should be encouraged to develop our loving mood to Krishna. И таким образом нам следует вдохновляться, чтобы развивать наше умонастроение любви по отношению к Кришне. In the Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj describes Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai Shravanadi Shuddha Chitte Korehi Udai. That pure love of Krishna is eternally established in the hearts of every living entity, and it has to be awakened by hearing. И в Читании Чаритамриты Кришна Даста Кавирадж говорит, что чистая любовь к Кришне вечно находится в сердцах каждого живого существа, и ее можно пробудить с помощью слушания. So we have love of Krishna, but we have to awaken it. And the process is hearing. We have to hear. Таким образом, в каждом из нас есть любовь к Кришне, но мы должны пробудить ее. А для этого процесс, который существует для этого, это слушание. We have to hear. We have to chant. We have to remember. Мы должны слушать, воспевать и памятовать. So we encourage all the devotees, please continue your hearing and chanting and develop your remembrance of Krishna. И поэтому мы хотим воодушевить каждого из вас повторять, слушать и развивать свое памятование о Кришне. Okay, so we will stop here today. И сегодня мы здесь остановимся. There are some questions in the group. Okay. Елена Дмитриева, Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, если преданный новичок совершает ошибки в своих обязанностях, например, где-то на работе неответственен, в семье проявляет несдержанность, нужно как-то специально работать над этими качествами? Или же, как вы сказали в лекции, занимаясь активно преданным служением, Кришна поможет справиться с недостатками? Или Кришна закроет глаза на эти недостатки, а нам важно искать лишь возможности служить? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. If neophyte devotee just make mistakes in his duties, for example, somewhere at work he is not responsible, or in the family he just shows intemperance, do we need to work on these qualities in some special way? Or as you said in lecture, by active engaging in devotional service, Krishna will help to overcome these faults, or Krishna will close his eyes to these faults, and it's important for us to look only for opportunities to serve him. Thank you. Well, we don't want to deliberately do things wrong and simply think, well, Krishna will take care of it.
То есть мы не должны думать, что мы можем как-то постоянно делать, совершать какие-то ошибки, и Кришна об этом во всем позаботится. Before we can become Krishna conscious, first we have to be conscious. И прежде чем стать сознающими Кришну, мы должны быть осознанными. So first we should be conscious of our responsibilities. You have some duties, you have some relationships. You must be very cautious about them and take care of them. То есть мы должны стать осознанными в своих в том, что мы делаем. У вас есть какие-то взаимоотношения, у вас есть какие-то обязанности, и вы должны быть очень внимательными, как вы их совершаете. We should not think that because I'm a devotee, so I can do everything and Krishna will take care. То есть вы не должны думать, что если я преданный, то я могу делать все, что я хочу, а Кришна обо всем позаботится. No, it's not Krishna's duty to serve us, it's our duty to serve Krishna. Нет, это не обязанность Кришне служить нам, это наша обязанность служить ему. But don't think that because we're serving Krishna, it gives us the right to be neglectful in our ordinary duties. Но при этом не думайте, что если мы служим Кришне, то это дает нам право игнорировать наши обыденные обязанности. Yeah, you must be very careful to do all your ordinary duties. Otherwise, how can we ever begin to serve Krishna if we can't serve, if we can't do our ordinary duties in the material life properly? How will we ever be able to do our highest duty, service to Krishna? То есть вы должны быть очень внимательны в служении, в выполнении своих повседневных обязанностей. Иначе, если вы не выполняете их должным образом и очень внимательно, то как же вы можете быть совершенным в выполнении наших высших обязанностей? So we have to be conscious of our duties and responsibilities, and we should not be thinking, oh, just serve Krishna. То есть мы должны очень осознанно выполнять свои обязанности и ту ответственность, которая на нас лежит, а не просто думать, ну, я просто служу Кришне. If everybody in your family goes against you and they all end up hating Krishna, then it's your fault. It's not good. Если все в вашей семье пойдут, будут настроены против вас и таким образом начнут ненавидеть Кришну, то таким образом это будет ваша вина. And sometimes these things happen. One devotee wrote to me recently. They said, "My son wants to leave home. He doesn't want to stay with me because he doesn't like all this Krishna consciousness stuff. He wants to go away from home." И вот буквально недавно мне один преданный написал письмо, что его сын хочет уйти из дома, потому что ему не нравятся все эти штучки в сознании Кришны. And my mother-in-law is always complaining that because she cannot eat meat at home. И его теща начинает жаловаться, потому что она не может есть мясо дома. She's not vegetarian and she wants to have her meat. And her son is telling her, no, you can't eat meat, you have to eat what we cook. И она не вегетарианка, и она хочет есть мясо, а ее сын преданный говорит, нет, ты должна есть то, что готовим мы. And then they see also that they buy so many flowers every day. They spend so much money to buy flowers to offer to Krishna, and they just sit there on their altar and they just waste money buying so many flowers to put in front of pictures every day. Родственники видят, что очень много денег уходит на покупку цветов, и эти цветы кладутся на алтарь перед картинками, и на это уходит очень много денег.
So this is not very good. You make a situation like this, you know, and the whole family, you get the other family members coming, turning against you, and they all hate Krishna consciousness. And it's our fault, because we didn't deal properly with them. И вот такая вот ситуация, она не очень на самом деле хороша, поскольку члены семьи настраиваются против нас и начинают ненавидеть Кришну, и в этом только наша вина. So you have to be very careful how you deal with. И это значит, что вы неправильным образом ведете себя с родственниками, и таким образом вы должны быть очень внимательны к ним. Krishna also cares. Krishna cares. You know, we cannot just think only, I'm just going to serve Krishna and let these other people go to hell. You can't do that. И Кришна тоже заботится, вы не должны думать, что я вот просто служу Кришне, а все остальные люди пускай идут куда подальше. So be very careful. Поэтому будьте очень внимательны. We say first you be conscious and then you become Krishna conscious. То есть мы сначала говорим, что сначала вы должны стать сознательными, а потом вы должны обрести сознание Кришны. Does Elena understand? Матаджи Елена, вот этот вот момент понятен? Да, очень. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Yes, thank you very much, Гуру Махарадж. How is your daughter? Как ваша дочка поживает? Дочка, да, нормально, заканчиваются каникулы, скоро школа. Daughter is okay, just holidays are just coming to the end, and there will be school very soon. So is she okay? Is she happy? Она счастлива? Да, да. Yes. Is she worshipping the deity? Она поклоняется божествам. Она завела свой отдельный алтарь, слепила Кришну и тоже его там укладывает спать. She makes her own altar and makes some form of a deity by herself, some form of Krishna, and she just took him to the bed by herself. I thought somebody had given deities to them. No, just daughter made Krishna by herself. Yeah, but I thought before she said somebody had given some deities and they didn't want to worship them and they gave them. Раньше вы говорили, что кто-то отдал вам божества, да? Они же у вас. Да. Да, yes. Эти божества у нас, да, она yes. Просто хотела их себе забрать в комнату, а я сказала, что нет, божества будут здесь, на алтаре, и она тогда сделала себе отдельного. Yes, these deities are still at Elena's home, but her daughter wanted to took these deities to her own room. To just her own room, but Elena said no. These deities should stay on the altar, and after that, the daughter make her own Krishna and make her own altar. Oh, okay. So she wants. Ну, правда, когда я с ней читаю Бхагавадгиту, она, я ей рассказываю про вот жизнь, да, People want that kind of sense gratification. Люди хотят такого рода чувственных наслаждений. So they'll find some way to gratify their senses. То есть они they should find. People are always looking for some way to find to gratify their senses. И люди всегда ищут каких-то путей, чтобы удовлетворить свои чувства. If they cannot get their sense gratification from one thing, they'll find it from some other thing. Если они не могут найти этого чувственного удовольствия в одних вещах, то они ищут его в других. They cannot experience the natural pleasure of devotional service, so they try to imitate the pleasure of devotional service. И если они
не имеют опыта в получении наслаждения от истинного преданного служения, то они пытаются его имитировать. It's a complex subject. Это сложный предмет. Комплексный. Yeah. We'll take another question. Следующий вопрос, Раджарани Матаджи, ваш, пожалуйста. Yes. Yes, Prajarani. Слышно? Слышно? Да. Ага, кнопки заедают. Харе Кришна, Гуру Махарадж, преданные, примите смиренные поклоны. Спасибо за хорошую тему. Многих преданных, многие преданные испытывают негативные эмоции, злость и псих. Если старшие преданные отклоняются в поступках и философии, не обращая внимания на то, что они сделали для искон прошлого. С такими отклонившимися в поступках и философии старшими преданными мы должны держаться на расстоянии, уважая их внутри и внешне. У нас нет права и полномочий как-то повлиять на их отклонение, задавая им вопросов, поможет выправить их отклонение, чтобы самому не пропитаться этим настроением и другим на пользу, чтобы слушатели имели возможность сделать различия. Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances, so glorious to Srila Prabhupada. Thank you for a good topic. Many devotees are angry that senior devotees deviate in their actions and philosophy and not paying attention to what they have done for ISKCON in the past. And the question is, should we keep a distance, respecting them internally and externally with such deviant senior devotees in their actions and philosophy? Should we keep a distance with them? We don't have the right and authority to somehow influence on their deviations. Maybe we should ask them questions and it will help to correct their deviations so that we ourselves not to get soaked in this mood and others for the benefit. So that those who listen to all these things have the opportunity to make just distinctions. Thank you. Well, you should consider your position. First of all, are you in a position of authority? If you're not very senior and you don't have any authority, then certainly you should not get involved in this kind of thing. То есть вы должны понимать, какого рода положение вы занимаете, если вы не являетесь руководителем либо каким-то авторитетом, то вы не должны вовлекаться в такого рода вещи. Asking questions may be very embarrassing and put a person in a very uncomfortable position. It is not very good. И задавание вопросов, оно может достаточно смутить человека и поставить его не в очень удобное положение, и это может быть не очень хорошо. It's certainly not the position of a neophyte devotee to do that. И мы, как неофиты, это точно, мы не должны этим заниматься. But if there's somebody senior around, they may do it, but it's not the position of a junior devotee. Но если есть кто-то постарше рядом, то этот человек может это сделать. Но это явно не занятие для младших преданных. If there is some need of discussion, then there will always be opportunities with other senior devotees that these matters can be discussed with them.
Если есть какие-то обсуждения, то всегда есть возможность для старших преданных, которые могут обсудить с этими людьми и эти темы. Certainly, you don't need to associate closely with people who are deviating. You don't want to be closely associated with them. Конечно же, вы не должны близко общаться с теми людьми, которые отклоняются. But you do want to be respectful. Но вы выражаете им почтение, вы должны быть уважительны к ним. We offer our respects to all living entities. Мы выражаем свое почтение всем живым существам. So especially if somebody has done some, has rendered some substantial service in the past, then certainly we should respect them. И, конечно же, если человек совершил какое-то существенное служение в своем прошлом, мы должны выражать ему свое почтение. He may not be doing substantial service at the present time, but we should understand that in the future, that whatever service he's done, it's to his credit, and he will be able to continue from that point in the future. И если даже этот человек не совершает какого-то значительного служения сейчас, то тем не менее все, что он сделал в прошлом, это его благочестие, которое поможет ему в будущем. When people would discuss about devotees leaving Krishna consciousness, Srila Prabhupada would simply say, "Don't be surprised who goes. Just be surprised that some people stay." И когда кто-то рассказывал Шриле Прабхупаде о том, что кто-то уходит и ушел или уходит из сознания Кришны, то Шрила Прабхупада говорил: не удивляйтесь тому, что кто-то уходит, удивляйтесь тому, что кто-то остается. Шрила Прабхупада would tell us, Maya is so powerful. Maya is Krishna's energy. It is very, very powerful. And if somebody can stay in Krishna consciousness, then that is a great blessing. И Майя, она очень могущественна. Майя служанка Кришне. Если кто-то остается в сознании Кришны, то это великое благословение. Well, Prabhupada had seen what happened himself. He saw what happened to the Gaudiya Math, how the disciples of Bhaktisiddhanta Sarasvati, after Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada left the world, then the disciples, they quarreled, they could not get along with each other, and they all separated. And many of them left, many of them gave up Krishna consciousness. But there were some very advanced devotees, very great devotees. И Шрила Прабхупада видел, что произошло с ним самим, что произошло с Гаудия Матхом после того, как Бхактисиддханта Сарасвати Такур оставил этот мир. Все они рассорились и разбежались в разные стороны, но тем не менее среди них были действительно великие преданные. So these were people coming from the culture, coming born in India, brought up maybe in pious families, and they had it in their culture, but still they got difficulties with Maya. И несмотря на то, что все эти люди, они родились в этой культуре, в этой среде, в благочестивых семьях, но тем не менее все они испытывали эти все сложности с Майей. And we see devotees in Krishna consciousness, they can be in Krishna consciousness 30 years, 40 years, even longer, and they get in Maya. И мы видим, что преданные могут быть в сознании Кришны 30-40 лет, и тем не менее, каким-то образом они оказываются в Майе. They get deviated from the actual purpose, that the real goal of Krishna consciousness. Они отклоняются от своей истинной цели, от истинной цели сознания Кришны. So we have to be so careful, we have to be so conscious, we have to really pray to Krishna, please protect me. И мы должны быть очень внимательными, очень осознанными, и мы должны молиться Кришне: Кришна, пожалуйста, защити меня.
There was a big program in India one time. They had a big program with thousands of people coming, and Prabhupada was giving a lecture, and all the people, of course, they were giving the greatest honor to Srila Prabhupada. И однажды в Индии была очень большая программа, на которую пришли тысячи человек, и Шрила Прабхупада давал лекцию, и, конечно же, все люди выражали ему великое почтение. And Prabhupada explained to the devotees, they said, why are they honoring me so much? And Prabhupada said, they're honoring me so much because I have given up the material, trying to enjoy the material world. И Шрила Прабхупада объяснял преданным, почему все эти люди так уважают меня, и они это делают, потому что я оставил все свои попытки наслаждаться материальным миром. And Prabhupada then said to the devotees, I'm always praying to Krishna, don't let me fall down. И Шрила Прабхупада затем сказал преданным, я всегда молюсь Кришне, пожалуйста, не позволяй мне упасть. So, if Prabhupada was saying like that, then what to speak of our own self? We have to really pray to Krishna. Please don't let me fall again into the material world. И если так говорил Прабхупада, что же говорить о нас? И мы должны молиться Кришне, пожалуйста, не позволяй, Господь, пожалуйста, не позволяй нам падать в материальный мир, в материальные наслаждения. Remember, we are tatastha, we are marginal potency of Krishna. So it's very easy for us to fall down into the material world. И помните о том, что мы пограничная энергия Господа татаста, и для нас очень легко погрузиться в материальные наслаждения. Okay. Next question. Yeah. Следующий вопрос, Елена Миронова, Матаджи, ваш, пожалуйста. Спасибо большое, Хари Кришна. Ваше святейшество, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. В каком настроении начинающему преданному следует заниматься воспеванием святых имен, чтобы не отклоняться, да, от преданного служения? И как научиться видеть только свои отклонения от преданного служения и не обращать внимания на чужие отклонения? Спасибо. Hare Krishna, Your Holiness and dear devotees, please accept my humble obeisances. In what mood we should be? Should be a neophyte devotee when he is chanting holy names? How can one learn to see only one's deviation from devotional service and not pay attention to deviations from the devotional service of other devotees? Thank you. So, in what mood should the neophyte devotee chant the holy name? We should chant the holy name in a humble state of mind. И неофит должен воспевать, в каком настроении должен воспевать неофит, неофит должен воспевать в смиренном состоянии ума. We shouldn't be proud that, oh, I'm chanting the holy name, I'm a great devotee. We should be humble. Мы не должны гордиться, о, я повторяю святое имя, я великий преданный. Нет, мы должны быть смиренны. And we should think that I've spent so many lifetimes in the material world. Now I'm so fortunate that I've come to chant the holy name of Krishna. И мы должны думать, я столько жизней провел в этом материальном мире, и теперь я настолько удачлив, что могу повторять святое имя Кришны. For so many lives I spent wasted in the material world, just eating, sleeping, mating and defending, and not caring for Krishna. Но в течение стольких многих жизней я попусту тратил время в этом материальном мире, просто ел, совокуплялся, оборонялся и наслаждался. Now somehow, by the mercy of Krishna, I'm given a chance to chant His holy name. И теперь, благодаря милости Кришны, мне дали шанс воспевать Святое имя.
So let me take shelter of this holy name. Let me try to develop some attraction and taste for this holy name. И, пожалуйста, позвольте мне получить благо от повторения святого имени. Позвольте мне получить вкус повторению святых имен. And I pray that I can chant this holy name for the rest of my life. I want to chant regularly for the rest of my life. И я молюсь о том, чтобы я мог повторять святое имя до конца своей жизни регулярно. I want to dedicate myself to this chanting. Я хочу посвятить себя целиком этому воспеванию. But I want to chant in the consciousness that I'm an eternal soul. I'm a spirit soul. I'm not the body. Но я хочу повторять в умном настроении, что я вечная душа, что я духовная душа, я не тело. So that should be the mood of the devotee, neophyte devotee. We should chant that, thinking I'm a tiny soul, a tiny servant of Krishna. И таково должно быть умом настроение преданного неофита. Он должен думать, я маленькая душа, маленький слуга Кришны. And I wasted so many times, so many lives not chanting. And now I'm so fortunate, I'm beginning to chant. Я потратил так много жизней впустую, не повторяя святые имена, и теперь я настолько удачлив, что у меня есть этот шанс повторять святое имя. So may I continue to chant. May I use this, the rest of this life to chant. Пожалуйста, позволь мне повторять святое имя, продолжить это повторение до конца своей жизни. Let me give this life to Krishna. Пожалуйста, позвольте мне отдать эту жизнь Кришне. Next question. Yeah. Елена Дмитриева, Матаджи, ваш вопрос. Прошу прощения, можно на вторую часть вопроса тоже ответить? Попросить святейшество. По поводу того, как не видеть недостатки других преданных и заниматься исправлением своих. Guru Maharaj, would you please answer the second part of the question, how to learn, how to learn to see only your own deviations from devotional service and not to pay attention to deviations in devotional service in other devotees? Yes, you have to control the mind. You have to develop that ability to control, to see our own faults. And if you see others deviating, you should think that this is Krishna teaching me that I should be careful, that I shouldn't deviate like that. И, конечно же, это все дело в контроле ума, то есть вы должны контролировать свои собственные ошибки, видеть свои собственные отклонения, и когда вы видите отклонения в служении других людей, вы должны думать, что это Господь не показывает, как я не должен делать, я должен учиться на их ошибках. We see one devotee falling down, getting in trouble, doing something wrong. So it's a lesson for us also. We have to learn from it. Если мы видим, что какой-то преданный падает, он что-то делает неправильно, совершает какие-то ошибки, отклоняется, то это также и урок для нас. Мы должны из этого извлечь урок. Pray to Krishna that please protect me and don't let me make the same mistakes. Молиться Кришне, Кришна, пожалуйста, защити меня, пожалуйста, не позволяй мне делать те же самые ошибки. So think like that. Думайте таким образом. Спасибо большое, Hare Krishna. Thank you very much, Hare Krishna. Елена Дмитриева, Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Гуру Махарадж, сегодня вы говорили, что гопи считали, что у них нет любви к Кришне, хотя любовь к Кришне уже есть в каждом живом существе. Почему же чистые преданные любят Кришну по-настоящему, но считают, что не любят? Ведь они любят. Спасибо. Гуру Махарадж, today you said that gopis thought that they have no love for Krishna, and although love for Krishna is already in every living entity, why do
pure devotees really love Krishna, but they think that they don't love him. After all, they love Krishna. Yes, but this is the nature of pure love. Да, такова природа просто чистой любви. That we actually think I don't have any love for Krishna, but of course they have so much love for Krishna that, and they're seeing that love, they're seeing love in everyone else except themselves. Когда на самом деле у человека очень много любви к Кришне, он видит эту любовь к Кришне в каждом живом существе, что у каждого она есть, кроме него. So it's a very, very special, very unique situation, that stage of the highest love of Krishna, that we think that although they have so much love, they think I don't have any love. Это очень особая, уникальная ситуация, когда человек находится на таком уровне, что он имеет настолько огромную любовь к Кришне, но при этом думает, что у него нет этой любви. You could think it's like somebody who's got so much money, but still they think, I hardly have any money. And we think, oh, they have so much money, but he's thinking, no, I hardly have any money, I don't have money. И это, например, как у человека очень много денег, он думает, ну, на самом деле у меня вообще денег нету, хотя вы со стороны можете видеть, что у него денег много. So we can only learn of the love of the gopis by hearing about their activities. И мы можем научиться этой любви, которую испытывали гопи, просто изучая их деяния. And we're so fortunate that the acharyas have described these things in the scriptures for us to help us to appreciate what is this pure love. И мы на самом деле очень удачливы в том, что ачарьи описали все это в священных писаниях, чтобы дать нам возможность понять, что же такое чистая любовь. There is no love in the material world. There's only lust. И в материальном мире нет настоящей любви, здесь есть только вожделение. A real love means to Krishna. И истинная любовь может быть только по отношению к Кришне. So we're trying to develop that kind of attraction for Krishna. И мы пытаемся развить такого рода привязанность к Кришне. Of course, we're very far away, we have a long way to go, but we're fortunate to be on the path. И, конечно же, мы находимся очень далеко, и нам еще очень долго идти, но тем не менее мы очень удачливы, поскольку мы уже находимся на этом пути. And we hope we can continue to stay on the path. И мы надеемся, что мы останемся на этом пути. Okay, yeah. Next question. Юна Мададжи, ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо. Харе Кришна. Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Правильно ли, что мы всегда должны помнить о материальном мире, чтобы в сравнении оценить то, что мы имеем в сознании Кришны? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. Is it right that we should always remember the material world in order to compare that we have in Krishna consciousness? Yes, we have to understand the nature of the material world. It's important for us. We have to know how the material world is a place of misery. Да, мы должны понимать, что такое материальный мир, и это очень важно для нас. Мы должны понимать, что материальный мир — это место страданий. But as we go on in Krishna consciousness, then gradually we'll think that there is no material world, that this is all the spiritual world. Но постепенно по мере нашего продвижения в сознании Кришны мы начинаем понимать, что это не материальный мир, что это духовный мир. So if we become more and more advanced, then for the very advanced devotee,
He doesn't see the material world. He just sees everywhere it's the spiritual world. It's all Krishna's. И по мере нашего роста в сознании Кришны очень-очень возвышенные преданные, они не видят вокруг материального мира, они видят вокруг духовного мира, они понимают, что все вокруг принадлежит Кришне. But in the beginning, as neophyte devotees, we have to be fearful of the material world. Но в самом начале, как преданные неофиты, мы должны испытывать страх по отношению к материальному миру. Srila Prabhupada would sometimes say, the problem with my disciples is they're not afraid enough of Maya. И Шрила Прабхупада говорил, что проблема моих учеников в том, что они недостаточно боятся Майи. We think we can play with Maya, and we think just like a child wants to play with fire, they think I will play with the fire, I won't get burned. But you play with fire, very easy to get burned. И мы думаем, что мы очень легко можем поиграть с Майей, но это подобно тому, как ребенок играет с огнем. Он думает, что он не обожжется, но на самом деле в этой игре с огнем обжечься очень легко. So in the same way we play with Maya, we think we can enjoy Maya, and we get in trouble, we get problems. И то же самое, когда мы играем с Майей, мы думаем, что мы можем наслаждаться, но на самом деле мы попадаем в неприятности. We have to be very cautious, very careful to control the mind. И мы должны быть очень осторожны, очень внимательны, чтобы контролировать свой ум. So see the material world just as it's described in Bhagavad Gita. Lord Krishna describes a temporary place of misery. И смотрите на материальный мир как на тот мир, который описан в Бхагавад-гите, что это мир временный мир страданий. We're always thinking, oh, where I am, there's no happiness. But if I go to that place, I'll be happy there. If I go to what is it, Sochi, or something? Where? Sochi. I go to Sochi. I'll be happy there, right? But wherever you go, you take your mind with you. И мы всегда думаем, счастье есть там, где нас нет. Например, если я поеду в Сочи, то я буду там счастлив. Но на самом деле, куда бы мы ни отправились, мы везде с собой берем свой ум. So you have to be very cautious. Control the mind. Don't let the mind cheat you. Поэтому мы должны быть очень внимательны, чтобы контролировать свой ум и не позволять ему обманывать нас. The mind will say, yeah, we should go to Sochi, we'll be happy there, we'll have a nice time there, we'll enjoy there. But we go there, you have the same mind, you have the same problems. Ум говорит, мы поедем в Сочи, мы будем счастливы, мы будем там наслаждаться, но когда вы туда приезжаете, ваш ум остается тем же самым, и у вас возникают те же самые проблемы. So be cautious, be on guard, control the mind. Будьте внимательны, будьте настороже, контролируйте свой ум. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. Next question. Раджарани Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Гуру Махарадж, спасибо. Еще один вопрос. Мы сами можем отследить, что мы входим в Майю и стали серьезно отклоняться. Параматма нам через разум может помочь в таком случае? Параматма нам через разум может помочь? И в каком случае она нам может, и она нам помогает? При каких условиях мы можем рассчитывать на ее помощь? Или эта помощь придет непосредственно через преданных? Спасибо. Thank you, Guru Maharaj. One more question. Can we just monitor ourselves that we are entering Maya and have become seriously deviated? Paramatma, can Paramatma help us through the mind and in what case he is helping? It is helping us. Yes, Paramatma. In what condition? Maybe then I ask other questions. Yeah. Yeah, maybe one at a time then. Okay. So what's the first one? Can Paramatma help us?
Can we monitor ourselves that we are entering Maya and have become seriously deviated? And can Paramatma help us just through the mind? And in what cases it's help us? Yes, of course, we can monitor ourselves that we're going into Maya. People who go out of Krishna consciousness into Maya, they know what they're doing. Конечно же, люди понимают, когда они входят в Майя, они знают, что они делают. You meet someone who used to be a devotee, and they say, "Hey, Prabhu, how are you?" And you say, "Well, I guess I'm in Maya." Would you repeat this, Guru Maharaj? You meet someone who used to be a devotee before they were doing devotional service, and you meet them, and they go out of Krishna consciousness, and you meet them, and you ask them, "How are you, Prabhu?" And they say, "Well, I guess I'm in Maya." Например, вы встречаете кого-то, кто до этого занимался преданным служением, и вы спрашиваете, ну, Прабу, как ты поживаешь? Он говорит, ну, я думаю, что я немного в Майе. And so people are aware that they're going into Maya, they know what they're doing. Таким образом, люди осознают, что они находятся в Майе, они понимают то, что они делают. And can the super soul help them? Sometimes the super soul can help them, but Sometimes it's almost like it's necessary for them to go into Maya because they haven't got the willpower to stay in Krishna consciousness. Да, Параматма помогает им, но тем не менее можно сказать, что у них нет силы воли оставаться в сознании Кришны, и не хотят быть в Майе. They need to go into Maya and be kicked more. They need to go and suffer more in the material world in order to become better devotees. И им необходимо снова вернуться, попасть в Майю, чтобы получить какие-то удары и какие-то проблемы, чтобы стать более лучшими преданными. So, yeah, okay. What's the second question? In what conditions we can expect on the help of Paramatma, or will this help come directly through the devotees? Help may come from the devotees. It may come from the devotees. The devotees may be compassionate and they may try to help you. We may not be willing to accept the help of devotees. Да, это преданные, эта помощь может приходить через преданных. Преданные очень сострадательные, они могут хотеть помочь вам, но единственное, что мы можем не желать принимать эту помощь. Some people, they just like to go away from the devotees. They don't want the devotees' help. И иногда люди хотят уйти от преданных, они не хотят получать их помощь. Sometimes they go and they hide themselves, you know, you can never find them again. И иногда такие люди просто скрываются, и вы не можете их найти. They feel ashamed, they feel embarrassed, so they don't want to be seen by the devotees. И они чувствуют некий стыд, они чувствуют смущение из-за того, что они не могут быть как остальные преданные. And the super soul, of course, the super soul is there, trying to help, trying to guide us. The super soul is the overseer, the permitter. The super soul reminds us. И, конечно же, сверхдуша Параматма, она всегда находится рядом, и она всегда наблюдает все, что происходит, и она ведет. But the super soul also allows us to forget so that we can enjoy more the material world. Но тем не менее, та же самая Параматма, сверхдуша, может сделать так, что мы забываем все и с тем, чтобы мы могли наслаждаться материальным миром. So the super soul will consider, what does this person really want? Does he want to forget about Krishna consciousness? He just wants to try and enjoy the material world? Then the super soul will arrange that.
И сверхдуша, она смотрит, а чего же на самом деле хочет этого человека. Хочет ли он забыть о сознании Кришны и наслаждаться материальным миром? Тогда она все устраивает должным образом для этого. And the super soul knows, of course, the person's going to suffer in the material world. The suffering is inevitable. И, конечно же, сверхдуша знает, что человек будет будет страдать в этом в материальном мире, что эти страдания они неизбежны. So then the super soul is there to remind him. И сверхдуша как раз существует для того, чтобы напомнить человеку об этом. Remember, I told you it was going to be like this. I told you you're not going to get happiness. I told you you're going to suffer. Помнишь, я говорила тебе, что не будет никакого счастья. Я говорила тебе, что ты будешь страдать. You have to go back to Krishna. Ты должен снова вернуться к Кришне. So then the living entity has to decide, should he listen to the super soul? Should he listen to Krishna in the heart? И тогда живое существо должно решить, должно ли оно слушать Кришну в сердце, должно ли оно слушать свою душу. Does he have the courage to go back again to Krishna? А есть ли у него смелость снова вернуться к Кришне? Because he may feel very embarrassed or ashamed that I was a devotee and I left, I gave it up, I fell down. Поскольку человек может быть очень смущен, ему может быть стыдно, он может думать, ну, я был преданным, но я упал. You know, I was with, we had one, a few years ago, they had a guru sannyasi sangha, a meeting between all the spiritual teachers and the sannyasis. Несколько лет назад у нас была гуру саньяси санга между всеми духовными учителями и саньяси. And so I met this one devotee, and he was telling me. He said, I used to be a sannyasi. I was doing so many things, but I gave it all up. Now I'm married, and he has a few disciples. He takes disciples. И я встретил одного человека, он сказал, да, я когда-то был саньяси, но теперь он женился, но у него есть еще несколько учеников. So it takes some courage to come back after falling down. То есть таким образом он набрался смелости, чтобы вернуться обратно после своего падения. And of course they have to be humble, they have to really take the straw between the teeth and be very humble. И эти люди, они действительно должны быть очень смиренными, они должны зажать эту соломинку у себя в зубах и выражать смирение. And they have to expect people will criticize them. И они должны ожидать того, что люди будут их критиковать. Not everyone will encourage and appreciate that they've come back. Some people may criticize them. Не все будут как-то воодушевлены и приветствовать их возвращение назад. Кто-то будет их критиковать. So they have to tolerate that. И они должны это терпеть. Yeah. Next question. Yeah. Следующий вопрос Александр Прабу. Зачитаю, да? Или вы прочитаете сами? Зачитаю вопрос. Харе Кришна, ваше святейшество, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Иногда 16 кругов — это аскеза, просто лишь бы прочитать и заняться делами. Слышал, что такое воспевание оскорбительно и может привести к возрастанию материальных желаний. Что делать с воспеванием святых имен, если внимательности почти нет? Hare Krishna, Your Holiness, and dear devotees, please accept my humble obeisances. Sometimes 16 rounds is great austerity. Just to read and do your own things. I've heard that such chanting is offensive and can lead to an increase of material desires. What to do with
With such chanting of holy name, if there is almost no any attention. She said she's chanting and reading at the same time. Alexander said that he's just chant, but he's not very attentive at this moment. And for example, when he's chant his 16th rounds, it's just an austerity for him, and just he wants to just chant his round and quickly do his own things. Yes, in the beginning, it will seem like that. Because you have no taste, because we're very impure, we're coming from material life, and we have no appreciation of the spiritual nature of the holy name. Да, в самом начале так оно и происходит, поскольку мы только что пришли из материальной жизни, у нас мы абсолютно не ценим какие-то духовные вещи. But you go on chanting, you go on doing it, and you go on doing it, and you don't give up the chanting. Then one day you will awaken the taste of the holy name. Но вы продолжаете воспевать, продолжаете это делать, и в один прекрасный день вы разбудите вкус к воспеванию святого имени. Because we have a disease, we're so attached to material sense gratification, so we cannot taste the nectar of the holy name. И поскольку у нас есть этот недуг, болезни, то мы не можем чувствовать вкус святого имени. But anyway, you keep chanting. Anyway, gradually will become. Но в любом случае повторяйте святое имя, и постепенно вкус проявится. Rupa Goswami describes in the Nectar of Instruction. He said, just like a person who has jaundice, they need to drink sugar candy. Sugar cane juice, but when you drink the sugar cane juice, it tastes very bitter because you have jaundice. You cannot taste the sweetness. Как в Нектаре наставления Рупа Госвами приводит пример желтуха, и когда у человека желтуха, он должен для исцеления пить тростниковый сладкий сок, чтобы исцелиться, но при этом он ему кажется очень горький из-за болезни. But you don't stop drinking the sugar cane just because it's bitter. You have to keep drinking it, and gradually, it will become sweet. И но вы не должны прекращать пить этот тростниковый сок, и постепенно этот сладкий сок, и постепенно вы почувствуете его сладкий вкус. Gradually, you will get over the jaundice. Your liver will become healthy, and you will taste the real sweetness of the sugar cane juice. So in the same way, you keep chanting. One day, gradually, you will awaken the taste of the holy name. И постепенно ваша печень станет здоровой, и вы почувствуете сладкий вкус. И таким же образом вы каждый день воспеваете и постепенно обретаете вкус повторения. Yes. Okay. The question was, I've heard that such chanting is offensive and can lead to just increasing all material desires. Is it so? No. И на самом деле, что вы спрашивали, да, что такое воспевание оскорбительное, оно может привести к возрастанию материальных желаний, и Махарадж ответил, что нет. Offensive chanting is better than not chanting. И оскорбительное воспевание гораздо лучше, чем его отсутствие. Я слышал, что к такому воспеванию нам Апарадха приводит критика преданных. Теперь просто продолжайте. The question is just, I've heard that such kind of chanting нам Апарадха and just causes by the criticism of devotees. Now I should just keep going. I heard that offensive chanting. Yes, it's nama aparadha. Offensive chanting is because someone is criticize other devotees, and should the person just keep going with his chanting?
Yes, you should go. Always go on with your chanting. You have to go. You never stop chanting. Не прерывайте свое воспевание. Вы никогда. Вы должны продолжать в любом случае. Don't give up the chanting. Не бросайте свое воспевание. But at the same time, lament that your chanting is so poor. Но в то же самое время сокрушайтесь о том, что ваше воспевание настолько обеднено. That although there's so much nectar in the holy name, you're not able to taste it. You should lament. You should consider yourself very unfortunate. И вы должны скорбеть о том, что хотя в святом имени настолько много нектара, но вы его не чувствуете. Вы должны себя чувствовать очень несчастным, неудачным. And pray to Krishna that one day I want to taste the real nectar of the holy name. И молитесь Кришне, чтобы в один прекрасный день вы могли почувствовать истинный вкус святого имени. So, giving service to the devotees will certainly help you to get more taste for the holy name. И преданное служение преданным, конечно же, поможет обрести вам больше вкусов с повторения святого имени. And joining the Sankirtan, taking part in the Kirtan and Sankirtan, chanting of the holy name, that will also help you to develop more taste for the holy name. То, что вы будете присоединяться к Санкиртане, воспевать святое имя, участвовать в киртанах, это также поможет вам развить больше вкуса. Never give up the chanting and never avoid any opportunity to take part in the chanting of the holy name. Никогда не бросайте воспевание святого имени, никогда не упускайте возможность принять участие в воспевании святых имен. And just by taking part in these activities, it destroys sinful reactions. И участие в такой деятельности, оно разрушает греховные реакции. Remember, we're coming from the material world, and we have a lot of sins, we have a lot of bad karma. But by doing Sankirtan, by chanting the holy name, we can remove these sins. Помните, что все мы пришли из материального мира, и мы сделали очень плохую, много плохой кармы, совершили очень много греховных поступков, но Санкиртана устраняет последствия всех этих деяний. Okay. No more questions in the group. Thank you very much, Guru Maharaj. Alexander Prabhu said. Okay. Thank you. Спасибо. So thank you, Tayana, for your translation. And thank all the devotees for listening, participation. Спасибо всем дорогим преданным за ваше участие, за то, что вы слушали. So I hope you can have a nice Janmashtami and Vyasa Puja. Я очень надеюсь, что вы замечательным образом проведете Janmashtami и Vyasa Puja. So please take care, stay healthy. Пожалуйста, заботьтесь о себе, заботьтесь о своем здоровье. Шрила Прабхупада ки чай. Чай. Гор Бхакти Вринда ки. Чай. Хари Кришна. Хари Кришна.